Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Мы разве мы все этого хотим для своей страны и для своих детей? Для нас все это неприемлемо. У нас другое, свое будущее. Повторю, диктатура западных элит направлена против такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей. Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма.